дачу. Ну, это не совсем дача, но... В общем, это где-то часа два езды от нас, от того места, где мы живем. Мы сняли этот дом с друзьями. Так он выглядит снаружи. У нас четыре пары, здесь четыре спальни. У нас такое общежитие небольшое будет. На несколько дней, на выходные. Здесь очень красивая природа, там озеро. Он стоит прямо на озере, дом я вам покажу. Вот такой здесь вход. Мяч какой-то лежит. Пойдемте внутрь. Это, собственно, вход. Вот от входа здесь такие ступеньки. Поднимаемся наверх. И это living area. Здесь такой камин. Вот оно, озеро. Большой диван. Там кухня. Вот озеро, в котором можно купаться. Здесь лестница на второй этаж, вот там вход, и там есть еще шкаф. Кухня очень хорошая, холодильник, естественно, плита. Ну, тут наши уже мы навезли еды. Конечно же, с голоду мы не умрем. Здесь есть туалет. Здесь стиралка, сушилка. Если кто захочет постираться. Окей, так, ванна, туалет на первом этаже. Ну, в общем, туалет. И это лестница на второй этаж, а здесь еще есть лестница вниз. Бейсмент там не очень красиво, но там тоже, в принципе, есть диван, который раскладывается, и можно спать. Но самое, конечно, прекрасное здесь, а вот здесь вид из окошка. Из одного, и вот это вид из другого окна, такой же, как из нашей спальни. И вот здесь вот завтра утром я выйду, покажу вам. Там такая, как веранда, где мы сидим сейчас, все наши ребята. И вот здесь у нас озеро, и такой это наш личный пляж. И вот здесь у нас батут. Не знаю, рискнем ли мы прыгать, значит, немножко выпьем, наверное, рискнем. Ива прекрасная, которая свешивается над водой. И там еще одна спальня на первом этаже. Лестница на второй этаж такая страшная. С дырочкой. А здесь тоже окно. Выход на столовую, на лес. Второй этаж, здесь спальня одна, здесь вот наша ванна, очень симпатичный дизайн. И вот такой вид из ванны, представляете, класс какой. Здесь ванна, душ, я отражаюсь. Так, здесь еще одна спальня, но у нее нет выхода на озеро. Окно не смотрит на озеро, здесь наши друзья будут. А здесь мы уже расположились. Это наша спальня. Вот такая вот большая-большая кровать. Вот это встроенный шкаф. Walk-in closet. Это, ну, что можно в него зайти. Видите, какой он большущий. Прибольшущий. Это наши скромные пожитки, потому что мы приехали тут на 3 дня, на самом деле. Нам не нужно столько шкафного пространства, но я бы, конечно, тут разместилась. Так, это вид из окна на озеро. Ой, какая красота. Ocean view. Вид на океан мы называем. Да, это на самом деле маленькое озеро, небольшое. Там можно купаться, в общем, потом покажу. Ну, вот такая у нас комната. Второй этаж.
красивая люстра. На лестнице она висит. Потом лестница вниз. И видно стоянку. Ой, как приятно на улице утром. Пардон, тут чьи-то труселя висят с вчерашних купаний ночных. И раннее утро сейчас, такая тишина, красота, благодать. Вот я вам обещала показать эту веранду нашу. Собственно, вот здесь стоит барбекю, и здесь стоят такие диваны. Ой, сейчас не упал. Здесь вот столик. Тут остатки тоже чашки, бутылки. Мы вчера тут сидели допоздна. И вот тут вот лестница, где спускается вниз. Крутая. Пойдемте-ка. Сори, наверное, телефон трясется, когда по лестнице я иду. Здесь у нас кострище. Там батут. Мы вчера на нем прыгали, выпили немножко, прыгали под музыку, было классно. Вот здесь у нас костер мы развели вчера. Стулья вокруг него. Вот эти стулья называются в Канаде Маскока Chairs. Маскока — это такое озеро в Онтарио. Самое такое известное, большое. Ну и как бы подразумевается, что вот эти стулья, они предназначены для того, чтобы вот сидеть у озера и смотреть на волну. Вот такой фасон стульев. Причем у нас он называется Маскока Chairs, а в Америке называется Адирандак Chairs, потому что Адирандак — это тоже большое озеро в Америке. Ну, все, каждая страна по-своему называет. Вот здесь у нас такой, такие мостки в воду. В принципе, вчера ребята уже купались, сегодня мы пойдем. Какая благодать. Я, наверное, помолчу немножко, чтобы насладились. Смотрите, ива у нас тут плакучая. Красота. Красота. Природа. Здесь вот лодочки у нас можно. Водные. Такие каяки, водный велосипед. А, на самом деле, вот здесь вот выход из дома. Вот эта вот веранда там. А, здесь как бы подземный этаж, бейсмент, который у нас называется, у него тоже там есть комнаты, и можно там спать. И здесь выход из этого бейсмента, видите, вот эта дверь. И там вот, вот вторая дверь, можно уходить прямо сюда, на этот, на дворик. Вот так. Такая вот красотища. Очень-очень хороший дом, мне здесь очень нравится. Мы первый раз приехали, друзья наши здесь отдыхали уже. Вон там всякий инвентарь, лопаты, весла, стулья. Это мое отражение. Ну, в общем, такое. А здесь, смотрите, ворота хоккейные. Видите? Это вчера мы когда заехали, хозяин пришел, ну, познакомиться там, то есть. И он, они здесь живут иногда, то зимой, то летом, у них еще один дом есть здесь. В ближайшем городе, это в принципе, ну как деревня, а вокруг озера, дача. А живут они в городе. Вот он сдает ее иногда, они сами здесь живут. Построил все собственными руками, весь дом. Сказал, что сам построил с папой со своим. Вообще не представляю, как это возможно. Но... Вот. И он сказал, что зимой это озеро замерзает полностью, и они тут ставят эти вот ворота и играют в хоккей. Ну, Канада. Я вам сейчас, кстати, покажу здесь. Хотела встать и снять рассвет, но ты спала. Вот это, видите, какая водичка. Прозрачная такая, хорошая вода. Ну, вот так. Так мы живем на ближайшие несколько дней.